Я Вероника, и сейчас я нахожусь в своем классе, в котором проучилось 5 лет. Сегодня последнее прослушивание. И все. И конец. Я не уверена, что я скрою хорошо, хотя говорят, что я играю лучше, чем остальные. Но у меня такое чувство, что я не готова. По-моему, я, как обычно, все испорчу. Может быть, так и должно быть. Ведь именно когда ты не готов, ты делаешь все лучше. За мной идут. Эйнштейн, Володин, Чайковский, Подснежник, Симари, Черная жемчужина. Я сдала на 4 с плюсом, как одолжение. Но зато меня пригласили играть на концерт, как заключение, как представитель народного отдела школы номер 8. Отлично.